Что? Ты так? Да, да. Так, где же вы? Ну, насчет глаз не могу сказать, что да, там однозначно получится. Посмотрим. В принципе, обработки глаз, это 5 раз в день где-то будет выходить. Вот, поэтому где-то до 1100. Ну, сейчас давайте я более точно посмотрю. Я утром уже капли этим день раскапала, по одной капельке в глаз. А вам и глаз за день назначили? Что-что? Капли 2 раза в день назначили? Да, по одной капельке, ну, типа, что он маленький. Ну, просто обычно. Ну, и плюс. Скорее с прогнозом это ближе к осторожному, потому что так он на данный момент он стабилен, никаких там нареканий нету. Но опять же, это молодой котенок. Уважаемые читатели, провели мы сегодня спасательную операцию по спасению кошечки, как оказалось, котенка Маули. Девчонка, 2 недели, 159 грамм, состояние довольно тяжелое, вирус, поражены глаза. Но она очень крепкая, борется за жизнь, сама кушает, поэтому будем надеяться, выживет. Спасает ее семейный любимец, это клиника на Троещине, там единственный в Киеве инфекционный стационар, который нас согласился принять. Стоимость лечения порядка 1100 гривен первые дни. За сутки мы оставили 4000, надеюсь, что этого хватит на 4 дня, возможно, если не будет там вылезать чего-то дополнительно. Поэтому, кто может, пожалуйста, помогайте Евгении. Женя с этого момента будет курировать этого котенка, карточка ее. Пожалуйста, ей помогите, потому что на лечение уйдет, наверное, даже вот в этой клинике первое время порядка 8, может быть, больше 1000 гривен. Всем желаю удачи, спасибо за ваше внимание. С вами работает Владислав Антонов, ваша Марась Антонов. Удачи, до связи.